Так, ребят, все, я вернулся. В общем, сейчас надо будет тогда взять реплеи. Сейчас я еще тут. Надо найти, блин, какой аккаунт европейский, блин, а то еще там их много реально. Ну что, интрига? Я назову какой-нибудь стрим. Короче, ребят, расследование, блин. Расследование. Так, сюнико число 16. Низкая исследовательская. Это не тот аккаунт. Аккаунт-то нормальный, блин. А вот, все, нашел. Жилая станция. У нас же последняя карта была, да? Так, создать папку. И сначала посмотрим Леона, а потом Тиранвика. Я так думаю, да, как бы сделаем. Получается мы. Я скинул там, почитайте в этом семье. Да-да, я молчу, поэтому читаю. Смотрю здесь. Скриншоты. Ну вот тут, да. Наверное, Фико прав. Скорее всего, под тем данным, которые он скинул. Очень на это все похоже. Так, короче, 20-25 сейчас. А кто такой Валькирия? Что за Валькирия? Валькирия это тиран такой был, короче. Тайно тиран Вик, получается, есть. Просто был такой наш тиран. Я просто не знаю, кого он писал, что ты там знаешь, типа, а я-то как бы. Да, вот он. А я-то и не уверен, как бы, что там кто. Вот. Так, okay. Сейчас отпишу. Так, да, в ГГ-года конф. Так. Так, все, своя игра. Сейчас создам я, короче, реплей. Так, годите. А, повторы, все, туплю. 1, 2, 3. Так, короче, низкая. Что-то я не туда, прошу прощения. Сейчас создам пусто, чуть два раза нажал и запустил случайно. Давайте я с группу, может, позову, там удобнее хостить будет, наверное. Давай, давай. Реплей же можно с группы захостить? Да, да. Да. Ну, так вообще написано, конечно, да. Похоже, тут что... все очень прям кричит. Так, совместный просмотр. Жмите там готовность. Сейчас, секунду. Дочитываю еще эту тему. Я отвечаю. Ясно. Ну мне аккаунт, я этот сразу смутил, да, сразу полет какое-то, короче. Я отвечаю. Так, короче, так, погодите. Ctrl-Shift-G, тогда получается ставить бинды. Или как, я не знаю, у вас какой интерфейс. А, если обычный, нет, там точно видно все, как бы и так. Да. Просто на этом, так, как бы. Ну вот, получается. Так. Так, давайте поверили. Подождите, давайте паузу сейчас нажмем, запомнить, какой человек что выделяет вообще. Давай, сейчас я поставлю просто. Как правда раз в первую минуту там сразу все видно. Первых, ну, да, 5, да, минут там все. Да, да, да. Там обычно привычка, просто одни и те же хоткеи кликаешь и все. Ну да. И потом в middle late game просто смотришь тоже как. Так, АПМ, АПМ средний, короче, 230.
Ну, это начало, но приблизительно где-то так и должно быть, да? В конце посмотрим, сейчас просто нужно понять. Ctrl-2 КСМ-ка, 3 барак, 5 ЦЦ-ха, 7 ЦЦ-ха, 8. 5, 7, 8, 9, 0, да. Это все вот это мейновое, да, получается? И сейчас пятерка будет все ЦЦ-хи вместе на пятерке. Нет, все на... Да. Да, и Ctrl-1, Ctrl-2 войска. Там три типа бараки, я так понял, а 4 старпорт. Скажи, непонятно, как на каком ходке разведка у него. То есть, чтобы тоже понимать. Ну ладно, такая мелочь. Но вообще в целом, на самом деле, уже, если такие же прям ходки, то... Да, ну тут очень прям кричит то, что там... Ну сейчас мы вдавать то 3, сейчас репки мотну. А, еще просто... такой вопрос, извини, что перебью, помню. А есть актуальный реплей вот с... Тиранвика с отбора. Да, да, мы сейчас смотрим Риона, и Кул скинул 3 еще Тиранвика отборочных, как супер. Бы, получается. Да-да-да. Продакшн весь на двойку, получается. Ой, точнее, на тройку. Да. Тройку, на тройку, да. Нет, четверку. А отдельно еще Старпорт зачем? То есть вместе на тройку, но при этом четверку еще отдельно. Да, на Старпорт строго на четверке у меня. ШПМ под 250. Чуть вырос. А не, ну так и было, да? Так примерно. Ну, там 230 было там с чем-то. Вы видишь, курент иногда кликает там по 400. Ну нормально у него такой плотный АПМ. Угу. Для СНГ сцен это, ну, не знаю. Не каждый теран, далеко не каждый может так кликать. Да. Следствие ведут клопки. По особо неважным делам, да, блин. Не, ну мы тут просто высказываем свое мнение личное, я думаю, каждый. Блин, это я, короче, косячу. Сейчас прошу прощения. Че, нормально. Че-то я кликаю куда-то не туда, но... АПМ! АПМ! АПМ высокий, да. Так, дальше было уже, да, в клепках или нет? А, кстати, факторки уже нету, Ctrl 3, походу. Есть, есть. А, есть она, типа, в конце. Там все, да, Ctrl 3, и факторки, и старшот. Старшот 6 инженерка, короче говоря. Не, ну если прям вообще один в один совпадает, потому что здесь столько биндов дофига, как бы, то есть... Ну да. Может быть, похожие, как бы, ну, вот у разных людей, но если прям... 100%. Сейчас посмотрим. Да ё-мо, куда я жму-то, бля? Я вообще не понимаю. Сейчас я закрою, короче, прогресс, а то это просто, ну... Это провал. Сейчас фпенчик можно посмотреть, как контролит, что выработано. Вот бою до 260 вырос, получается, после боя. У меня вообще 500 было. Вот сейчас 500. Правильно? Терна. Угу. Да. О, именно Курен. Да. Средний. Так, средний. Вот сейчас через 10 секунд кончился, как бы, получается. Ну что вот в конце? Тут две инженерки, 6. ЦЦ-шки 3 на 5, остальные в конце, мейновая, да? Ну, 7, 8, 9, оно, походу, вообще, как бы... Да. Ну, понятно, да. Короче, все, не работает. Игра возобновлена. Все, здесь задавил туда. Так, это что, Ионийская была? Сейчас еще тогда с Орионом посмотрим все три репки с отборочных. Да, давай. Так, эхо, поехали.
Этот никнейм? Да, это. Я отвечаю. Да. Смотрим мы сейчас чувака под ником Эмри... Блин, какой у него там никнейм? Рион какой-то вообще. Да, Рион, ну, там Рион. С приставкой с какой-то, да, получается. Ну... АМ или ММ, что-то там Сэм. Вот, соответственно, Рион. То есть подозрение, что это играл другой игрок, который уже прошел модификацию, поэтому вот разбираем, смотрим. Да, именно пока так. Перемотаю. Ну, тут понятно то же самое будет. Я думаю, можно Леона уже побыстрее мотнуть, да, как бы. Ну да. Просто да. В конце посмотреть, какие бенды и АПМ. Да. Ну, суть та же. В этот раз просто не добавил 7-8-9-0. Так. Но ну, он так, ними так. Не пользуется все равно. Ну, да. 7-8-9-0. В чем разница? Ну да, кстати. Так, Dark Prime пишет, Рион тварь, та еще плохой человек. ХЗ, вообще не знаю, кто там какой, ну на Твиче человек пишет. Не знаю, как бы, кто там кто, какой человек, вот. В этом-то и прикол, что это не Рион играл, скорее всего. Ну в да, этом не, ну если он плохой человек, то он готов к плохим схемам, там может быть просто. Ну да, тоже правда. Ну, на самом деле, это не всегда, то есть одно и то же. Ну, я имею в виду, что человек может быть хороший, знаешь, там, тихо, может быть, и все черти водятся, то есть тоже. Конечно. Да. Ну, есть... сейчас конкретная ситуация просто, то есть там, какой человек, это не к нам. Да, уже не важно. Ну, да. Ну, по билдам, вот только я не понял, вот разница, то, что последние ЦЦшки, а так все то же самое абсолютно вообще. Так это, они, последние ЦЦшки, он вообще ж, по сути, по факту не пользовался. Ну, да. То есть, знаешь, как вот раньше адвокат, андроид, все там... Под Ctrl 1-2-0 от, ну, да. От одного нуля просто. Я тоже да. Так все. Блин, ё-моё, прошу прощения. Чёртов. Я тоже постоянно бинжу. Все, сейчас уберу. Короче, хрень, чтобы не попадать. Не склик. Я тоже как бы бинжу с СС-ху, как бы получается, но. Но они не активные, то есть ну, там да, иногда. Да. Ну, да. По факту, я это не... Поначалу, да. Там, знаешь, поперебирать, нет, может... попадать, а потом все равно, ну, на нолик все у меня, то есть все на одну там, как бы, получается. Ну, у него на пятерку получается. Он же, а-а-а. То есть, я имею в виду, для чего ты же биндил, ну, то есть, одну игру ты биндишь, ну, как бы, по привычке, может быть, значит, биндишь тогда во всех играх, а тут, ну, как-то раз... Ну, а вот. Может, специально, чтобы не спалиться, не спалиться, ну, может быть, кстати, это... инженерка. Потому что он, может быть, уже понял, что выиграет, то есть, такой, типа, может быть, надо палиться. Я не знаю, по порядку какие игры Коу скажет. Я как бы по репкам, которые сверху разгружаю, может это... Я не знаю, какая первая. Или первый там. Они там автоматом установились по дате или нет, просто я не знаю даже. Ну так вообще все же, ну... На самом деле, вот такие уникальные, это довольно-таки уникальные хатки, то есть, ну, что да. Вот, он старпорт отдельно виндит. Ну то есть у него старпорт да. Есть и в общем, и отдельно. Это тоже такое. И вот. На шестерке... Инженерки, да, для ангрейна. И он армию все вместе вообще держит, а медиваки отдельно тоже. То есть, ну, довольно-таки такой уникальный. Уникальность, ну, уникальный хоккей. Хоккей это вообще как отпечатки пальцев, на самом деле. Ну, тяжело скопировать все абсолютно. Ну, хотя посмотрим, может быть, увидим хоккей. Все может быть, да. Не знаю, я только худкей смотрю вообще. Ну да. Ну а АПМ еще вот тоже 260-300, грубо да, говоря. Да. Средний 260. Не, ну вот это тут один человек. Сейчас просто посмотрим Тиранвиковский, да, реп. То есть там, там Magic скинул или кто-то, с, ну, Тиранвик против КРР, там финал как бы тоже Протоса получается. Вот. Угу. С отборочных с этих. А у меня тут Каз просто в чате пишет. Дарков нет, вы точно уверены, что это Каугуар играет? Мне кажется, нужно проверить. Да-да-да. А там после шестого контрола все ЦЦшки, да, были в предыдущей игре? Да, всем спасибо. Не все, а только одна. Ну, в смысле, да. Все контрола заняты.
Да, да, да. На самом деле, я думаю, можно следующий переходить здесь. Да, ну, да, я сейчас до конца махну. Видишь, АПМ, кстати, увеличился по времени. Какой АПМ? Время файта заказа. 300-ка такая есть, где-то до 300. Ну да. Ну, что-то у меня все залагало в конце. 290 там, кстати, АПМ был в конце 3, по-моему. Да, 293. Угу. Средний. Либрариан пишет: предлагаю дисквалифицировать Кагуара и оппонента. Первый настучал, второй играл со Смурфа. Так я с утра так и предлагал. И никого не брать на турнир. Ну, то есть, как бы. У меня никакой заинтересованности в этом, ребят, нет. Я просто за честную игру. То есть, все. Если вы. Нет, да, на самом деле, понял. Я тут на стороне Кагуара. Грай пишет, хаткей можно переназначить в любой программе для мыши или клавиатуры. Четверка может быть тройкой, шестерка, восьмерка, если на StarCore забинжим вместе со всем остальным продакшеном еще отдельно, то не факт, что тот, кто отдельно вообще юзается, он предназначен какую-нибудь клавишу в самом конце, а тут она выглядит как 4. Это все как бы понятно, даже если и так я ни хрена не понял, вот, но суть в том, что если там будет то же самое, что тогда получается, Коу это сделал, чтобы подставить Тиран Вик, что ли, там в это в реплеях, там перебиндил, что ли, за Тирана, или кто там специально, или Рион специально поставил, чтобы Коу поставить, ну, то есть, если там одинаково, то сути дела, это не меняет никак, просто вот в чем прикол. Да. Я помню Ютермал, он там грамотно тоже полился, не полился на баркоде, вот то, что ты прочитал, там можно, то есть, свои же бинды там перебинить. И оно как бы в реплее будет отображаться немножко по-другому, хотя по факту другие кнопки, да, но это да. Же как бы next level. А вот здесь, смотри, опять цецехи. Да. Да. Ну тут вообще идентичные пока что все три игры и хоткей, ну, по крайней мере. Вот это тоже 9 минут, как бы, то есть она быстрая. Да. Привет, ребята. Приветствую, Шелка. В общем, принцип у нее такой, что основная армия получается единицы, во второй активная, там, дропы, разводы, а так. Да. Ну, просто имейте смысл до конца смотреть. 4, 5 цехи. Давай я просто перемотаю на максимум, чтобы конечная АПМ просто отсечь. Да. Как бы понятно, в принципе. Меня все лагает. Нормально. О, дарки есть, это Коу. Коу настоящий. Чё там 274? Все, сейчас расшифрую. Ой, распакую. Расшифрую. Шифровальная машина какая-то. Нам нужен, во-первых, сам Коу тоже. И. Тиран Вик. Да. Так, чтобы веселее было. Да, и файт, ребята, сразу. Да, файт. Mortal Kombat. О, неизвестный поддержал канал, спасибо большое. Так, короче, погодите, а что такое? Что-то нельзя совместный просмотр нажать. Почему? Старый патч, старый. А, типа сегодня вас... типа патч вышел? Не-не-не, не сегодня, там было же как-то на днях что-то там выходило. Ну, это 13-го, короче. Да, походу старый уже. Блин, а как смотреть тогда? Тогда смотри, давай попробуем без группы покинуть группу, создай совместный просто через сам реплей. Я не знаю, можно ли? Совместный нельзя, ни хрена. Давайте я вам скину, что ли, я не знаю, кого или как. Или ну давай. Или вы стрим мой будете смотреть. Давайте я вам скину скайп, короче, сейчас просто. Сейчас, секундочку. Давай. Так, аккаунт.
скинул, короче. Тиранвик. А кого-то сейчас у тебя, Серег, в чатике есть или? Чатик кого есть. Окей. Ну вот, ладно, просто сам-то вопрос, это да, если мы докажем, что это Тиранвик, это ладно. Но вот второй вопрос. Что делать? Вот это самое. Ну, надо кого-то подключить сейчас, Юра. Я не знаю, просто будут решать. Просто я сам не знаю, кого проиграл раньше. Это ж не за кого-то матч Тиранвика, уже есть кого-то, как бы. Ну, то есть наказывать его, выпиливать. Ну, все равно надо кому-то что-то решать. То есть это надо, значит, новые отборочные на квоту делать, получается, вообще. Вот. Ну да. Тут сложно, в общем, все сложно. То есть, ну так-то по ход тем, если кого, я думаю, посмотрел, то там должно быть так, совпадение. Я чаще загрузил, как бы. Сейчас так. Да, тоже загружаю чаще. Сейчас, секундочку. Загружаю тоже. Джангл Кинг. Ребята, да. Да, ребят, всем привет. У нас тут интрига, расследование, вообще просто все. Так, а битвы. На обычном интерфейсе по дефолту, да, показывают шизербинды, по-моему. Если да. Там в настройках можно просто отключить их, убрать. В настройках игры именно. Да, ну пока. Ну что, вы на нуле? Я на двойке смотрю. Ну я прокручиваю, там же главное нам... А, вы смотрите? Я думал, что мы вместе, типа... А, ну давайте ну, стартанем да. Просто. Да мне кажется, просто главное ход кей посмотреть, ну, да, да, дальше да. Прокрутить. Просто давайте как бы пилим. Вот. Нельзя попросить сыграть между собой. Я говорил, самое адекватное, ну, это... Например, созвонившись в скайпе с Тиранвиком, как бы, что Прион сыграл еще, например, против... Может быть, какого-то. Реально, чтобы они между собой сыграли, Орион и Тиранвик. Погодите, мне что-то не выставляются. Окей, где это? Настройки? Смотри, настройки, игра, и внизу три характеристики. Отображать индикатор здоровья, ниже идет вторая, это кнопки групп. Так, вижу, кнопки групп. Обычные, в смысле скрытые, да, недоступные. Да. А какие надо? Нет. Обычные, чтобы их выделять можно было, то есть. Так. Обычные. Метки для воздушных войск. Так, отображать индикаторы. Индикаторы это ни при чем, да, как бы? Не, да, это не важно. Так, а почему-то у меня не показывается, да? Все, у меня от Baby Magic оставил Vision, прошу прощения. Кто-то всех поставил. Ну, хаткеи тут вообще идентичные к тому, что мы видели перед этим. Ну да. Nice. Мой вердикт это был тоже этот Тиранвик. Ну, скорее всего, мое да. Мое мнение. Ну, сейчас перематываем. Да, ЦСшки пятые просто. Старпорт отдельно. Старпорт вместе с подпортом. Ну да, вообще, то есть это такая... Уникально на самом деле. АПМ. Штука. АПМ 288. Такой же, да. Ну такой же, вот от 250 до 300. Угу. Баттон. Инженерки 6. Да, уже домотал до конца, но тут как бы все то же самое. Очевидно. Там аж чересчур. Ну да. Ну а что делать-то бы? Ну не знаю, это пускай уже организаторы решают. Ну да, судьи. Сейчас я еще одну такую тряпку загружу, так, на всякий случай. Так, Диамалов. Где смотреть на ГГ и на Твиче? Ну вообще, как бы лучше на ГГ. Можешь два плеера врубать, если у тебя тянет. Будет как два человека просто. Блин, тебе каждый раз перезаходить надо. StarCraft получается. Это после старого реплея, да. Напрягает такая тема. Блин, вот это, кстати, вот то, что... Хотя так всегда с версиями было, но их столько много сейчас этих версий, блин, что репки уже через там месяц могут старыми стать, как бы, блин. Ага. Да. Неприкольно.
Почему автоматом не может это загружать? Это вроде, ну, как бы в первом Брудваре даже были такие темы, что там потом программы уже выпустили с Witcher или как-то, когда там переходишь с StarCraft в StarCraft, но там старая была. А тут приходится, получается, то же самое делать. Хотя, ну ладно. Так. Я Ваниску запущу еще посмотреть. Ну, мне... Я считаю, что тоже это Тирнвик был. Ну, я Ваниску допустил тоже. То есть, я не знаю, если Тирнвик сейчас вообще онлайн, то хотелось бы, чтобы он тоже отписался просто. Что он по этому поводу думает. Какие у него будут оправдательные доводы, факты, что это не он. Сейчас ну, Серегу чего... зовем, как бы, не знаю. Для чего он вообще участвовал на турнире, то есть. Ну да, другим при этом Сёма не играл в последнее время, получается. Ну да. Ну, участвовал он на всех вроде бы квалификациях. А, так блин, кстати, я же тоже мне. Ну ладно. Здесь ТВП. Да то же самое. Ну да. Меня там в чатике все спрашивают, что происходит, что случилось. Да ребята. Так, Паша, объясняй, у тебя лучше получается. В общем, на турнире просто уже сейчас проходит турнир года на Good Game, и там была такая тема, что если вы в одной квалификации прошли, получили квоту, то в следующий турнир вы не можете участвовать. И вот Тирнвик получил квоту, и в последний он участвовал под другим аккаунтом, то есть скрытным. И получается, вот выбил Кугуара. Кугуар это заметил, проанализировал, и вот, соответственно, типа, мы сейчас смотрим вот эти доводы, проверяем реплеи, но по реплеям похоже, что да, это Тирнвик. Ну, то есть не похоже, это был Тирнвик. Наше мнение, по крайней мере, да. Такое, да. Только что с этим вот делать, пока непонятно. Потому что если бы они играли за квоту, то есть Кугуар вот, с Тирнвиком, ну, да, да, второй раз. Кстати, там, да, конечно, как бы Кову просто квоту, а вторую бы отдали и все. А тут как бы сложнее ситуация. Не, ну если как бы дисквалифицировать, переигрывать, то либо просто отдельные отборочные на всех, либо между теми, кто во всех отборочных играл за квоту, как бы, я думаю, что так надо делать, потому что, ну а как еще? Ну да, тоже есть смысл. Да, да. Ну потому что это отдельный в этой квали, кто играл, ну то есть как бы смысл, то если одного дисквалифицировали. То есть это делается не из-за того, что как бы, для того, чтобы Коу получил квоту, он просто заметил. Это делается, чтобы, ну, такой темы не было. Да, чтобы не читерили, ну зачем? Да, да, заниматься вот таким. Потому что так было, потом получается вне, то есть обойти эти правила, то есть нарушая правила, один человек мог выиграть все 4 турнира вообще и получить как бы призовые. Ну да, смотри, получается, что здесь вот в этой сцешке только на 5, 6, 7, 8 там не забинженная. То есть это типа в игре с Орионом было такой фейк цецехи биндились, типа, да, отвлекающий маневр, что ли, я не знаю, как это назвать, короче, еще. Вот, ну тут понятно, да, все что-то. Да, ну да, да, то есть даже смотреть. Так, что, Юра, надо сейчас попробовать, короче, Юру, сейчас я позову, попробую. Когда в конфу напишу, если он готов говорить. Так, Юр, я тебе там в скайпе отписал, можешь ли ты говорить? Если да, мы сейчас тебя в конфу позовем просто. Это Юра отошел, видимо. Может, Коу позвать? Правда, не знаю, что сейчас Коу слушает. Ну, а что, Коу уже все сказал. Тут Тирнвика надо звать. Просто у Юры, может, там он есть? Вот да, Тирнвика. Ну, вообще, вот этот Орион вроде бы там 2 раунда всего прошел. Первый раунд там у него даже был вроде бы фрислот. Сейчас надо посмотреть. Потом мультику проиграл. Я не знаю, как его там, что там, ну, то есть... Ну, то есть, ты к тому, что он особо много какие цели, смотря какие цели ставил, да, просто, видишь. Так, может, как раз и ставил цели выбить сильных игроков. Чем больше, тем лучше.
Ну да, ну, потом вообще не палиться, типа, и не играть, квота-то есть уже, как бы, там, ну, да. Ну, хз, да, я не знаю, как бы, в чем там мотивация. Ну, в любом развале, ну, некрасиво. Как бы, да, нарушать правила. Ну да, есть только просто, не, может быть, сейчас, я не знаю, Юра там или кто, ну, найти, как бы, Риона этого, и он, если точно так же отыграет, как бы, то, там, я не знаю, так. Я не против. Да. Не, просто вообще, понимаете, когда два игрока полностью идентичные, как бы, хоткеи, это очень редко, когда бывает, и одинаковые ЭПН. Так, это практически невозможно. Ну да. Алло, здорово, Юр. Так, что-то... Слышно? Алло, привет, да, слышно. Что-то слышно, сейчас я свернусь. Ну так, слабовато. Да, привет. Что-то, чуть-чуть погромче можно? А микрофон прям рядом. Ага, вот сейчас я скайп погромче сделаю. Вот, ну вот такая, ну, что делать? У тебя есть Тиранвик, Юр, там, как бы, или как? Да, пишу им, написал ему. Не отвечает он там пока, да? Два буква О написал и все. А, ну, типа удивлен. Да-да, типа удивлен. Ну, понял. Али молчит. Не, спроси, может он говорить-то к нам сюда, законнектиться, короче. Ну, он в батле, в скайпе. А, в батле. Jungle King. Но мне вот пишут, что, типа, многие, типа, копируют хоткеи, но на самом деле здесь такой универсальный, точнее, уникальный случай, что отдельно бинится Astarport, например. Да, там, ну... да дело не там играл-то точно так же абсолютно, практически по, по рисунку игры, по билду. Я сам бинчу Astarport тоже бинчу, на шестерку, правда. Три бараки, четыре факты. 5 ТЦ-шка. Нет, вопрос в чем, как бы, ни Тиранвика, ни этого Риона никого видно не было особо в последнее время, то есть, как бы, вот, это было вот посредственно, да, что такой Тиран есть, допустим, сейчас, как бы, да, там. Почему я поддержал Коу? Потому что я Риона вообще не слышал. Я вообще его не видел. Откуда он взялся? А последний квали вылез. Вот. Ну да. Ну, надо, смотрите, но... прикол, Тиранвика не было видно, Риона не было видно. Да это Ка сыграл, 100% вообще. Ка ворвался. Чтобы всех выбить. А может Блай вообще играл? Такой продуман специально вообще. Не, точно Блай, он там жаловался, хотел в эти призовые взять, квалифицированно. Плакал, говорит, хочу пойти. А, да, что надо и там, да, забрать, как вам все. Да, да, да. Все по максимуму, брать. Всегда программа максимум. Так что, вы, ваше мнение, ну, это, экспертное. Ну, я думаю, что вероятность, да, 99%, что скорее всего угу. Так. Вот. Да, взаимно. Ну, да, я бы сказал даже 100. Ну, лично со своей колокольни. Не, ну может быть какой-то там совсем невероятный случай, дикий, что да? Такой же, да. Ну, скорее всего, это тот же самый человек, да. Так, тут Dark Primer говорит еще раз на Твиче, он за команду МТ играл, Unmanner дикий, страдает подставами на КВ и т.д. Вот, ну тут как бы тоже тут... Так, репутация, да? Коу хочет, Коу, ты что-то хочешь там... Ну, могу позвать Коу, в принципе, как бы. Давай Коу. Это не проблема, как бы. Сейчас. Пусть говорят, ребята, пусть говорят на Good Game, то есть или что-то такое. Да-да-да. Ток-шоу. Ну, а Тиранвик может ворваться сейчас, обложить всех матом, например, как бы, и все удалось тогда вообще. Так, короче, за укол тогда. Алло, всем привет. Алло, привет. Привет. Так, я еще раз хочу отметить то, что я уже отмечал, что мне кажется, что
кто-то воспользовался тем, что после патча стали отображаться батлтеги вместо никнеймов. Потому что до того, как стали отображаться батлтеги, у данного аккаунта был, этот был аккаунт просто баркодом. Этот аккаунт действительно только последние 2 недели, до этого предыдущие игры 6 недель. Далее. Там ты где-то... Что, ты что? Хочешь сказать, что этот Рион это второй аккаунт Ренвик, что ли? Я так не считаю, но я считаю, что последние 2 недели на нем играл Тиранвик. Более того, как минимум за ходс, если посмотреть статистику карьеры, там очень странная система лиг по 1-1. И мне, по крайней мере, Ксом говорил, что этот аккаунт в прошлом качали. И качал как раз Тиранвик. Вот это то, что у меня есть добавить. А слушай, а как там, ну, с никнеймами, в чем там суть вообще, как можно было? Еще раз, смотри, аккаунт был баркодом. Он назывался баркод, но после патча Blizzard сделали отображение батлтега вместо никнейма. А, все понял. И батлтег у него Рион. Все понял, короче говоря, теперь понятно. То есть кто-то воспользовался тем, тут, что. Тиранвик вышел на связь. Вроде хочет пообщаться. Давай. Интересно его послушать. У меня есть или нет? Убрали с тобой интервью. А как скайп просто? Ну, я просто не знаю. Как... Я тоже не вот, помню. Сань, тобой... Все, написал он, короче. Сейчас звоните. Убрали с тобой интервью у него. Так, все, добавляю, короче, в разговор. Алло. Алло, здорово, Тиранвик, Сань. Привет. 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 Ну, что скажешь по поводу всей ситуации? А что у вас тут происходит вообще? Ну вот... Я краем уха слышал. Типа вы подозреваете, что я играл на этом аккаунте? Да, но у Call Scout вообще все совпадает. Вот, просто... Бинды, все дела. Все бинды совпадают? Ну, играл и не то, что на этом аккаунте, а именно на квалификации Good Game под этим аккаунтом против Call. Сейчас, да. Секунду. Алло, все, сорян. Да. Так что там? Ну, то, что ты играл на аккаунте Риона. Суть в чем? В этом. А откуда такие доводы? Ну, фотки совпадают, АПМ совпадает. Много, ну, то есть. Все совпадает. Получается. Интересно. Даже не знал. Ну вот конкретный вопрос, ты играл или нет? Нет. Ага, то есть ты говоришь, что ты не играл, да? Я нет, это мой знакомый. Я этого человека знаю. То есть если вы сейчас сыграете, например, ТВТ, то у вас будут одни и те же хоткеи там, все в таком духе. Один и тот же АПМ. Сыграть, наверное, вряд ли, потому что, насколько я знаю, он уехал. И надо... Подожди, вот у тебя сейчас... Я могу вам контакт его дать. А можешь его реплеи дать? Да. Откуда у меня реплеи его? Ну, попроси у него. Не, так ну да, давай хотя бы контакты дай. Я не знаю, есть ли у него там скайп, комп. Я пока что только в ВК общался с ним. Походу у него только с собой телефон. Ну не знаю, может приедет в скайп, там добавите его. Не, ну он же не на. Он же не на все время уехал, так как бы, или куда он взял? В командировку, насколько я знаю. Ну понятно, короче. Ну давай тогда что тут? Давай. Подожди, ну Серега, ну... подожди, а как так получилось, что у вас одни и те же хоткеи? Ну, мало ли. У Зерна тоже бывают хоткеи одинаковые. Там даже револьвер писал, у кого сливки, и там еще у кого-то были. Нет, ну, бывает, безусловно, бывает. Просто, ну ты вот с кого брал реплей, эти хоткеи?
Хоткей. Какого-то игрока или сам по себя подгонял? Да сам придумывал, когда играть начинал. Оно то и видно. Ну, а дальше, подожди, вот, например, говорили, что ты прокачивал ему аккаунт, это правда? Ну да, это мой друган, я играл с его аккаунт, было дело. Так если друган, то, как бы, наверное, связь-то есть какая-то, что надо его найти тогда, получается, как бы, ситуация-то не разобраться. Я говорю, он уехал, ну, контакт могу дать его. Ну, тут, кстати, вот мне пишут, может, в скайпе добавят. А, он тебе писал про отпуск, да? Да. Ты можешь скинуть эту переписку? Сейчас. А можно как-то добавить этого Ориона в батлнете? Я бы хотел его добавить, посмотреть его матч хистори. Так ты ж не сможешь, пока он тебя не подтвердит. Да, ну, блин. По батл тэпу ну, можно найти? Ну, сейчас нельзя без подтверждения просто. Не-не. Это на сторонних ресурсах может это статистику можно. Ну вот, если может у Тиранвика есть. Сейчас. Интересно, скинул бы линк, я бы это, может, как-то нашел. Так а на Good Game-то, наверное, что там должно или нет? Ну, вообще, кстати, у Тиранвика должна быть еще... Ну да, Ак же всего, качал же Ак, да. Получается. Да, то есть, да, то есть... Просто может друзьяки подобавить, точно. Ну вот скриншот. Так, а вот ну у тебя ты же Ак, говоришь, качал, то есть ты к аккаунту доступ не умеешь. Вот Мотик пишет матч хистори, у него что-то там есть, как бы. А как можно скинуть это, я не знаю. Вот. Ну, по идее, репки хранятся на том компе, с которого кто играл. Так, а вот скидывают мне сейчас профиль, сейчас я скопирую. Смотрите, Ранвик, ты мне сейчас, ты нам кидаешь скрин, где он говорит, что завтра, типа, покажешь. Ну, то есть, типа, завтра он будет дома. Сейчас, типа, к маме едет. Ты говоришь, что он в отпуске, точнее, в командировке. Но... Вот, постоянно. Ладно. Не заморачивайся, Паша. Ладно. Так, погоди, что-то как-то мне без HTTP-хи, что ли, открылось? Или как, куда вставлять-то эту ссылку? А что, нужно ссылку... Вам какая ссылка нужна? На аккаунт Рион? Да. Их есть у меня внутри Старкрафта. Вот два есть, один... Там их два или один аккаунт есть? Вот еще вопрос. Это ну, что-то мне скинуло... Я про тот, который, с которым играл. А, ну да. Все, я нашел. Спасибо. Я к чему хочу посмотреть, если старые какие-то игры есть. И так. Какой там АПМ. АПМ просто. Там так, 6 недель. Вставлять в СК2. А куда в СК2-то вставлять? Я вообще не в. Вообще тут я отвечаю, это был Зерх какой-то 380. Я еще диалог скинул, где он, по идее, должен был приехать и недавно. Но что-то у него какие-то планы поменялись. Там пока что нету. А когда вообще твой друг за Терана, извини, что перебью, твой за друг за Терана или за Зерга в игре? Конечно, за Терана, за кого еще? Скажи, а он был в команде НГС когда-то? Не знаю. Окей. Я за командами не слежу. Просто кто-то за Зерга играл вот 6 недель назад, я имею в виду, и там тоже. Я за Зерга играю. А, то есть у тебя за Зерга больше АПМ, да, чем за Терана? Ну, естественно, у Зерга в Желинге, там, оклик нажал, сразу он набегает по жесткому. Даже когда не играешь, там, по 300. То есть, получается, только ты на этом аккаунте играешь? На каком? Ну, вот на этом. На Реона? Да. Нет. А сам Реон играет на этом аккаунте? Играет. Вот покажи мне хоть одну игру его в матч хистори, пожалуйста. Я откуда какие знаю, какие игры он играл и какие я.
Просто захожу, покатал и вышел. Тем более я на этот аккаунт не заходил. Ну, последние дни я играл последние игры на нем пару раз, а так как бы, не знаю, может он даже на каких-то других тренится там баркодах. Угу. На этом типа я захожу поиграть, когда... Терновик, а ты с ним тренился когда-нибудь? Вот, ну, вместе нет. Тренировались вы? Нет, это мой ученик. Ну, то есть ты с ним не играл, то есть никогда, да? Ну, возможно, давно когда-то играл, но репок у меня этих не будет. Я с ним общаюсь, там репки показываю, все такое. Mm-hmm. Вот как бы. Поэтому я с ним. Ну, поэтому и связи такие с ним. Ну, понял. Короче, так. Тут пишут. Есть пруф на аккаунте Риона, играл человек с автосплитом Мариков. Братку писал, не увидел. Да, но возможно. Это уже не мои дела. Это вопросы к человеку. Так, ну ясно. Ну, короче, что тут? Понятно все это. Надо искать, короче, Риона тогда. То есть, вот, либо ты что-то подбираешь, получается, как бы тогда, ну, что. Ну, на самом деле мы его не найдем. То есть, понятное дело, что пройдет турнир, мы его не найдем. Но я все равно скажу, потому что это был один и тот же человек. Ну да, я скажу тоже свое мнение. Я думаю, что это был Тиранвик все равно. То, что Тиранвик сейчас говорит, вообще неубедительно для меня лично. Ну, самое важное даже, смотрите, просто такой прикол в Старкрафте, если хоткей можно скопировать, то АПМ скопировать человеку, который... А, ну вот в командировку там куда-то уезжает, там, ну, в Старкрафте сразу выдать 280, там, не играя, это... Ну и что, такие... я в принципе в Старкрафт не играю, я пару дней играл до вот этого турнира квалит. Ну, так, и, вот, ну, я имею в виду, что такой же человек именно с такими же хоткеями, который также выдает именно сразу такой же АПМ. Мы же сейчас про АПМ говорим. Так я тебе говорю, что все вместе, так это же в сумме все складывается, мы же говорим про одного человека, то есть... Мы же не разбираем один параметр. Я тебе говорю, что в сумме так складывается, что играет, то есть все сходится. То есть как будто, знаешь, как клоны играют. Если бы только АПМ, например, совпадало... Ну, могут быть схожи, потому что я его обучал. Могут. Но уровень игры все равно будет ниже. То есть это... Ну, в смысле, у меня сейчас типа высокий уровень игры, я вообще в StarCraft не играю, я в Hearthstone играю. Так неважно. Ну, играешь неплохо, это самое главное. Так что, человек тоже может играть? У меня что, какой-то, что ли, неземной уровень, что на нем? Да нет, играть? Здесь не неземной уровень, здесь просто так сходятся факты, что мы идем, одни те, играют разные люди, вроде бы, но при этом очень похожи все характеристики, и при этом человек каким-то чудесным образом сразу там уезжает. То есть, когда надо как бы доказать, то есть, и если бы человек был реальный, то, скорее всего, он был дома, когда играл, да, там все такое. А ты, получается, это скорее всего, просто воспользовался его аккаунтом, когда его не было, когда он уже уехал. И, соответственно, сейчас ты нам как бы просто выдаешь, что как будто человек уехал, и он доказать, ну, мы не сможем. То есть проверить чисто физически. Но может быть такое, что человек уехал, но, я говорю, характеристики просто как бы показывают, что это именно ты. Так, сейчас вот Коля Ио пишет, контакт скинул, и сейчас скайп он обещает Риона скинуть, короче, вот. Так не, а что Рион просто скажет? Рион просто скажет, что он, например, там приедет через 2 недели, там сможет играть там через 3 недели. У него же сейчас доступа к StarCraft. По идее, на днях должен приехать, и я, в общем, скидывал переписку. Но у него какие-то, не знаю, проблемы там. Да, может, на днях приедет. Ну, я думаю, что на 100% он не приедет, пока турнир ГГГОД не закончится. Потому что, ну, если он приедет и сыграет, там же будет 100% как бы видно, что это разные люди. Ну... Мне кажется, это уже... Не, ну может, что он приедет и покажет, что у него 270-300 АПМ, и у него есть, такие же поставить... бинды, как бы, например. Да не-не-не, просто я говорю, если по другим аккаунтам, там и сам Тирановик может сыграть. А если одновременно их поставить и играть, чтобы и у того, и у другого были те же самые ходки, тот же самый АПМ, то не совпадет никак. Тут уже чисто физически там никак ты не сможешь разорваться. Ну вот еще Ботаник говорит, что не скриншот. Это фиг знает, я же один решаю. Так, короче, вот... Спрашивайте, может, он захочет. Короче, вот скайп. Ребят, кто найдет сейчас... Так, добавьте. Юр, там, ты, может, ты тут, Юр? Да-да-да. Добавь, может, попробуй его там найти. Да что, потом найдешь, что ли? Нет, я в скайпе скинул скайп Риона. Мне вот скинули Коля его. Скайп он вряд ли возьмет, потому что я ему писал, он говорит.
У него только мобила вроде с собой. Типа сеть хреновая там еще. Ну, то есть ты извиниться не хочешь и признать свою вину, да? Нет. Я понял. Короче, Коля Йоу пишет, который мне все вот эти скинул в скайпы и контакт, говорит, в чем дело, Рион Лоу ГМ тер. Вот он что говорит. Вот. Ну, может, мы всем не пробуем. Но я немногим лучше Лоу ГМ играю, если не на таком же уровне. Так не, в каком смысле Лоу ГМ? Там Терновик же говорят, что за него под его аккаунтом играл, то есть... Да. То есть то, что они в ГМЛ, это ничего не было. Это тоже было. То есть, то есть... Так, а, так, погоди, Коля. Йоу. Ну так. Ну да, там же как бы тренил его. Ну тут еще прикол по поводу Low Game, вот заходишь на этот аккаунт, и он сейчас в грандмастере. А все предыдущие там еле-еле мастер. То есть там алмаз, мастер, Heart of the Swarm там тоже раз в Low Grandmaster. Ну, так я до этого на нем тоже играл, просто его потом кикнули. Правильно. Ты играл, доходил, допустим, до грандмастера. А то есть это, сам Рион на этом аккаунте вообще не играет. Покажи мне его другой аккаунт, где он в Low Grandmaster. Хотя бы. Я не знаю, какие у него еще аккаунты. Тем более, если ты его учил, он не может играть лучше, чем ты, да? Правильно, в теории? Ну допустим. Так, грубо хотя говоря. Это тоже не факт. Может, он тренится. У бабушки, да? Где-то в лесу без интернета. Ну так это сейчас уехал. Не, ну я понимаю. Ладно, я шучу. Ну, короче, у меня есть свое мнение, я его сказал. То есть я считаю, что это был ты. В принципе, все, а дальше пускай судьи решают, организаторы турнира и люди, которые, ради которых это все делается вообще, эти турниры. Как бы, что тут еще делать, я не знаю. Так, сейчас человек обещал дать телефон. Как же нам Гудгейм любит расследовать? Да, вообще это, да. Было 400 у Сереги, сейчас уже 600. Ну, на самом деле мы специально все это, пацаны, затеяли, ну, чтобы, короче, подняться на зрителях, в общем. Расследование. Так, что у нас получается? Нам нужен, чтобы 100% быть уверенным, нужен сыграть, чтобы собрали Рион и Терновик. Да, правильно? Да. Ну, мы их не соберем. Ну, Рион есть... когда будет? Нет, давайте так сделаем. Давайте сделаем так. Рион когда будет, Сань? Когда ты говоришь, что он завтра, возможно, приедет? Я не знаю. Ну, с ним надо... По переписке. Как давайте так сделаем. У нас горят сроки. У нас в понедельник группа А. То есть в воскресенье мне, нам минимум с утра мне кровь из носа надо сделать группу. И все, это все. Если до субботы, то есть до завтра, до 20.00 Риона не будет, мы выносим другое решение. Какое решение, я еще не знаю. Мы сейчас с Серегой пообщаемся, вот, со спонсорами пообщаемся, со всеми пообщаемся и вынесем решение уже без этого учета. Так, спасибо. Я не знаю. Вот, скинули телефон, как бы я не знаю, кто позвонит. Мне позвонить какой-то, я просто не знаю, 8-933, но это рус, на Россия как бы, да, ну. Я не знаю. А, тем более, если мы придется все это банить Терновика, забирать у него квоту и все это переделывать, там нам надо будет еще воскресенье на тренинг еще. То есть, короче говоря, завтра до 20, Саня, если он придет, связывайся с ним. Нам надо 20 часов по Москве решить этот вопрос. Ну хорошо, я понял. У меня других вариантов нет. Ну да, как-то надо подтвердить. Так, ну давайте сейчас это... Завтра в 20... Серег, ты завтра что же будешь стримить? Гаунлен там завтра, так, а как да? его зовут? Так. Дмитрий Хлебцов. Да. Завтра в 20 будем решать это. Что делать конкретно. Так, хрена у него телефон-то такой прям... Какой-то мажорный, блин. Золотые номера, блин. Прям какие-то.
Алло, привет, Дима. Алло, алло. К Диме попал, да, я? Дмитрий, говорю, Дмитрий тебя зовут. Ты Рион в StarCraft играешь, ты в StarCraft? Ну, помните, звонит тут по поводу отборочных, мы просто выясняем. Тут подозрение есть, что Terran Vic на твоем аккаунте играл. Ты... Алло, алло. Кто куда написал, не понял. Алло. Кто куда написал-то? Кто куда написал, говорю, по-нормальному. Ты разговаривай адекватно-то. Звоню узнать про ситуацию. Ты когда будешь, ну, дома, там, я не знаю, или... Алло. Алло. Какой-то, короче, бычара с кавказским немножечко акцентом говорит, ты чё мне звонишь, и в таком ключе, как бы, ну, то есть. Ну, короче, тут все ясно, в общем. Я не знаю, просто даже судя по фотографии. Так. Да не, надо сейчас просто решить вопрос. То есть вот если мы доказали, что это Terran Vic, то есть что с ним делать? Потому что он же не за квоту с Кову играл. А, ну да, слушай, похоже, что так. Фамилия, да не важно, за фамилия... квоту он не играл, не квоту, он нарушил правила турнира. Правила турнира — это дисквалификация. Дисквалификация — это освобождается квота. Но сквот — это не проблема. А если дисквалификация, то есть в четвертом квалиях надо всю нижнюю сетку, все ломается. То есть, если заранее там вот Рион играл с Коу, то есть Риона я должен был заранее банить, правильно? Дисквалифицировать. То есть Коу проходит дальше, играл бы с Матвеем. Ну, тоже нечестно. Там еще он, Рион выиграл контрола, 7x контрола в первом раунде до Кугуара. Правильно, еще и до Коугуара. То есть да. Он контрол должен проходить дальше, играть там против кого? Против Коу, правильно? Да, по сетке, да. А, точно. То есть получается контрол... Ну да, то есть получается против контрол играет против Коу, а потом уже и дальше вот это все ломается. Ну да. Так, погоди, еще а такой кто... прикол. Кто вообще? В другой же сетке. Сейчас, Серег, секунду, я скажу просто. Сейчас, секунду, сори. А, Terran Vic же взял квоту. То есть он же в другой чай получает. Это не проблема. Если он теряет квоту, получает квоту тот, кто, с кем он играл за квоту. То есть он в каком? В третьем выиграл, по-моему, да? Да. Должен быть, наверное, в третьем. Или во второй, я не помню. Смотри, мне кажется, что в третьем. В третьем. Он играл с Изи. То есть Изи получает квоту. Не, подожди, не с Изи, с Френдом. Да нет, с Изи, смысле, с Френдом играл. Кто играл с Френдом? Играл. Кто играл-то? А, Terran Vic с Френдом играл за квоту. Да нет, такого быть не должно, что теперь надо. Почему? Переигрывать ее, получается, квоту. Или как? Почему переигрывать? Terran Vic подлишается квоту. Следующий получается... Ну, потому что Terran Vic участвовал не в одной квалификации, а в нескольких, и получается, он выбил как Френда. Это еще не доказано. Ну, ладно, предположим, что если один и тот же игрок играл и там, и там... И выбил, как бы, получается, сразу несколько игроков. То есть Когуар, чисто теоретически, он мог и в четвертой квалификации тогда затащить. Ну, это, я же говорю, нет, про квоту Terran Vic имею в виду, как бы будет, не докажем. Получает Фрэнк. Так, получается. Потому что они бились друг за друга. Понятно. Так, так а что доказывать-то, ну, там неадекватный человек, но видно, молодой просто, ну, не знает, как съехать. Фамилия немножечко грузинская, как я понимаю, ну, вот поэтому такой говор, как бы, все. Тут, по-моему, все очевидно, что найти нам его уже не получится, как бы. Вот. Ой,
Если я прошу прощения, что врываюсь, но сразу, если квоту Тиранвик получает френд, то это все, вопрос закрыт. Потому что лишать как бы Матвея квоты это совершенно неправильно, он выиграл абсолютно по делу всех там. Потому что там только Матвей сражался за квоту Тиранвик. Хорошо, Матвей справедливо, да, а Коу справедливо, а контролу справедливо. Как с ними быть? Ну, как бы, все, я тогда закрываю вопрос. Ну, давай, ну, смотрите, я видишь, не знаю. Я не знаю, вот... Я говорю, если давайте такое будет. Я скажу просто, ну, то есть, уже делал предложение, как бы, то есть, просто самое простое, что можно сделать, как бы, это, ну, для всех просто новую квали устроить, как бы, и все. Ну, то есть, время есть у нас там, в принципе, в какой-нибудь день, допустим, да? В ту же субботу, как бы после там аверса матча вот этого. Вот. Так ты для кого хочешь? Не, лучше не для всех, лучше тех, кто проиграл в Тиранвике. Вот нет, просто. Не, ну понимаешь... или для всех претендентов тогда получается. Для всех, кто не прошел за квоту бился. Ну, то есть я не знаю, как бы. Нельзя же просто взять из сетки, как бы, тех, кто там только с Тиранвиком играл, как бы. Почему нельзя? Его же, как потому бы, что там разные, он повлиял только на нее. Там разные стадии, потому что игры-то абсолютно. Вот. Он же повлиял на нее только, на эту сетку, часть сетки. Он же выбивал всех из второго, из третьего тура, и там из дальнего тура больше, короче. Ну да. Не, ну правильно. Ну ладно, это еще решить придется, как будто. Да, давайте так. Вдруг все-таки найдется Рион, вдруг Тиранвик найдет его. Ну да, Тиранвик-то с ним связь имеет. Тиранвик, у тебя есть мой Battle.net, есть скайп Сереги, есть скайп мой. Если есть, пиши. Ты найдешь. Хорошо, до какого? Завтра. Завтра, да, до 20 Москва. Ну да, завтра все онлайн, потому что будут, как бы. Вот, и... Там тогда так. Завтра уже будем все решать, что-то как. Все, держу в курсе. Давай. Вот Лайчик, какому револьверу? Не дадим вот револьверу. Он вообще забанен на Старлайне дали. Что не парься. Ревчика увидим на гофу и скатку. Кас ворвался, кстати. Кас ворвался в чатик. Да, ну что, Миша? До 20 завтра нужно придумать схему. Какую схему? Какую схему придумать? Ну, схема, во-первых, то есть, Орион не появится, я говорю, ребята, это 100%. Ну, какой смысл, то есть? Это без шансов как бы будет. Там, а вон что... я голосилку запилил в чатике. 46% там. Вот, но другой вопрос. Я все-таки голосую за то, чтобы те игроки, которые проиграли Тиранвику, они играли между собой за квоту. То есть, как бы, неважно какая стадия, просто они же, получается... Ну, если Тиранвик дисквалифицируется, тогда, соответственно, все игроки, получается, могли за место него там победить. Ну, чисто теоретически. Ну да, вот я из этого теоретического и говорю. Так, ну да, кстати. Главное, чтоб не Кадыров это был. Пскове не любят его, не волнуйся. Ничего не будет. Так, сейчас я Мише напишу тут, короче. Тяжелая артиллерия пошла. Навряд ли Миша сейчас на связи. Мне почему-то так кажется. Вечером он... А, вот, не, Миша здесь. А, кстати, да, на сайте можно вообще IP посмотреть? С каких IP заходил чувак на сайт? Викеру, да. Ну да, кстати, по IP же можно еще тоже определить. На Верочку. Если есть такой... Такая возможность.
То есть он даже заходил на сайт, да, на Good Game под этим аккаунтом. Да, 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 он же должен был так, делать подтверждение. Сейчас я, короче, подождите, я Мишу тогда наберу. Просто мы узнаем по этому поводу, как бы. Вот. Ну вот, Петр мне говорит, что давайте профили, можно посмотреть. Алло. Алло. Алло, привет, Миш. Извини, что тебя там отвлекаем. Тут старики, есть такая гвардия, Дима. Привет, привет. Привет, Миша. Привет. Вот, короче, ситуация такая, просто Terran Week, ну, играл подозрение, что, ну, там две квалификации со второго аккаунта, вот. То есть человек, как бы, ну, я позвонил, он неадекватен там абсолютно, как бы. Ну, мы попросили его, чтобы он до завтра его нашел, чтобы подтвердилось, потому что там все хоткеи совпадают, все АПМ совпадает, как бы вообще все совпадает. Вот что, и... что от меня необходимо? А, ну, просто вопрос возник в чате, предложили, можно ли по их аккаунтам айпишники, например, проверить Риона, вот можно. Этого с квалификацией, Terran Week, например. Можно, если можно, они... есть у нас айпишники, есть у нас... У Terran Week есть один смурф, если это поможет. Ну, то есть, есть один аккаунт, с которого другой человек, ну, ну заходил. Ага, ну это сейчас... Рион? Рион, а им Рион. Добрый день. Ну, последний логин был сегодня от Риона в 17.44, а от Terran Week в 21.19, если это вам поможет. Ну, короче, я скринчик сейчас вам скину. А, прям с одного аккаунта, что ли? Ну, называется «Привет, Terran Week». Просто «Привет, Terran Week», который говорил, что нет, он не играл под этим аккаунтом. Да. Ты нам очень сильно помог. Прости, пожалуйста, я не специально, я просто... Хорош, Мишаня. Сейчас приедет, короче, этот... Чатик взорвался. Хорош. Чатик. Ага, ага, понятно, короче. Ну, собственно, это значит, что с одной машины... заходили под этими аккаунтами. Угу, угу. Значит, то, ломать было, да. Доказать. Terran Week так упирался, а даже в отпуск куда-то отправил, там, в командировку. Ну ладно, я больше не нужен. Да, спасибо большое. Спасибо тебе. Я с удовольствием. Хорошо, что помог. Всем пока. 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 Счастливо. Ну чё тут, как бы, не знаю, ну, да, шанс Terran Week все равно дается, если он найдет, если он найдет завтра Риона просто, и он сыграет, как бы, с таким же АПМом, вот, с таким же, ну, этим. Ну да, давай, там уже ничего не решать не надо будет. То есть, если... Да не, вы чё, серьезно что ли? Ну, здесь же очевидно, не? Ну, просто какой смысл сейчас, как бы, человеку заходить с одного и того же аккаунта во время еще там, когда турнир идет? А на другой скрин, аккаунт. Скрин Миша скинул. Тогда, то есть, как бы смысл. То есть, ну. С одной машины, причем, с одной машины, то есть один и тот же IP. Или типа, например, этот Орион играет и говорит: слушай, Terran Week, зарепорти за меня, пожалуйста, победу. Я не могу зайти. Ну, как бы тут же, блин, ну не знаю, что еще, какое доказательство может быть? Что может как это опровергнуть? Нафига он заходил? А какой это последний логин 14-12? Когда у нас квали было? 14-го. Ну, вроде бы сейчас. Да, все, я понял. Тогда, то есть турнир вообще получается. Сейчас. А, логин, да, он зашел в 6 часов, понятно. Ага. В 17.4 он последний залогинился в 17.44. 14 числа. 14 числа как раз и была последняя квалификация, и он как раз под этим аккаунтом заходил. То есть тут как бы смысл за Риона ждать. Ну не, ну вдруг как бы окажется, что Рион позвонил Terran Week и сказал за чекынь меня, братан, за чекынь, я сейчас приду, всех развалю просто. Я считаю так, все равно. Оставить это условие, которое я поставил, но... Если до 20 ничего не произойдет, то все, Terran Week лишается квоты. Призовых, я считаю, лишать его не надо. Он же все-таки выиграл их честно. За квоту. Ну, я думаю, что нет, в этом плане, ну, не знаю, как бы, то есть... Квоту реально он потерял, дисквалифицируется, а за квалификацию не знаю. Он выиграл это надо решать просто, не знаю, как бы.
Мне так, кажется, товарищи, что... я вас покину, наверное. Давай, это... давай, Кол, конечно. Кул, ну всем ты удачи. Скажи хотя бы последнее слово, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, это была плохая попытка использовать все, что накопилось у Тиранвика. Всем пока. Все, счастливо. Пока. Короче... Давайте опять Тиранвика позовем, пускай он скажет, как бы... Ну, блин, что он скажет, но я не понимаю, как он может сказать, что он там, зачем заходил на сайт по другим аккаунтам. Зачем? Во время турнира. Ну, это же... Ну, да, и там еще отметить, что в 21 залогинился за Тиранвик. То есть он вышел из этого. Да, и зашел по Тиранвик. Не, ну, как... пусть, находился. Пусть, наверное, тогда Яндекс решит, потому что он как бы спонсор Квали. Ну, да. Был, как да. Бы, все, то есть... Там, ты насчет правильно. Призовых имеешь в виду? Да. Не, ну просто можно эти же призовые разыграть, человек, который возьмет эту квоту. Тоже вариант. Ну или хотя бы в основной турнир добавить. Или я не понял, квоту Тиранвика мы отдаем френду уже. А, вот так решили. Уже решилось этот момент. Как бы. Ну и он же, смотрите, он в третьей квалификации получил квоту Тиранвик. Да. Играя с френдом. Да. Да. То есть, если дисквалифицируем Тиранвика, по идее, квоту получает френд. Так нет, а был вопрос-то в чем? Он же Тиранвик выбил еще других прецедентов на квоту. Это вот. Тогда, квот-то а это другая. Нет? Это... Квот-то только нет. Одна, как бы, получается. Вообще-то две. Да, да. А, две? А почему две? А кто? Почему две? Не, одна, он же одну только выбил. Да, да. У Тиранвика-то одна квота. Мотик, ну, же, мотик же не виноват, что там как да, бы согласен. Он выиграл. Ну да, одна квота, все, извиняюсь. Получается. А что тогда с четвертой квали вы предлагаете делать? Переигрывать всю нижнюю сетку, что ли? То есть контрол играет с Когуаром, потом победитель играет с Матвеем за квоту? Ну... Не-не-не, с Матвеем уже трогать я нельзя. Я сказал, я знаю, это все. Нет, в этом-то и прикол, что как бы тяжело. В чем, что как бы квота одна у Тиранвик, он ее взял в предыдущей квалификации, да? Как третья, бы. Да. Вот, ее, ну, получается, как бы он ее лишается, если. То она остается одна. Если отдать ее тому, кому, с кем он играл в этой квалификации, то это нечестно к тем, кого он в следующий выбил просто, лишив шанса бороться за квоту. То есть и надо вот решить, как эту одну квоту ну, распределить. Потому что те, кто выбили Тиранвика, тоже не виноваты в следующей квалификации, что ну, они же честно квоту получили, правильно? Да, то есть нужно как бы одну квоту разыграть между как бы, ну, игроками, получается, другими. То есть ты имеешь в виду разыграть между теми, кто в четвертой квали выбил Рион? Ну да. И теми, да. Всеми вообще, как бы, получается. И в третьей, и четвертой, как бы, ну да. А как еще делать? То есть все те, с кем играл Тиранвик, у кого он победил, все как бы кидаются. Они взяли в сетку или в групповую там уже решить и между собой играть за квоту. Я-то, конечно, как тиммейт френда могу сказать, что давайте-ка френду просто дадим. Но если более объективно, то реально, то есть всех, кого он обыграл, просто тогда... кидать и ну, играть. Ну, получается, что так на другие части сетки это не повлияло, в принципе, да, как бы. Да, Ну, то есть, получается, Френд все равно так и так будет биться за квоту. Но если брать третью, четвертую. Ну, Блай предложил, я просто сразу предложил, просто Open Quali, как бы, для, ну... Open Quali, а почему Open Quali, Блай? Ну, в смысле для СНГ Open, не для... А почему? Нет, я не согласен. Ну, чтоб для шансов... Ну, я согласен, вот как предложил, вот именно браток. Собрать из третьего и четвертого. Вот это да, это мне больше нравится. Ну, давайте... Ну, я не собрать знаю. Вот этих обидчиков. Ну, в принципе, ну, да. Но это тоже логично, как бы, не знаю, то есть давайте так, сейчас-то не будем. Мне вот этот вариант мне больше всего нравится. Обсудите тогда, мы это уже все как бы обсудили, то есть в конфе, то есть Изард же еще есть, Яндекс есть, надо обсудить как бы-то, и что-то под, ну, просто нужно-то быстрее это сделать. Вот Тиранвик выиграл в третьих квалиях, он выиграл Лулу, выиграл Арктура и выиграл Френда. У Арктура уже вроде бы есть квота, так что не надо играть. Так, Арктур, а значит, получается Лулу и Френд. Четвертая квали, Контрол и... Когуар. То есть четыре человека получается. Да. Ну, мне нравится ваш вариант.
По-честному будет, в принципе. И они, кстати, да, могут вообще круговую сыграть, чтобы не было так там никаких. Вот я тоже подумал об этом. Круговую, да, кстати. Группу круговую сделать. Не, ну Блайт тут тоже правильно греет опен. Почему? Потому что те, кто проиграли, они проиграли. И все проиграли. То есть, ну, можно дать шансы всем, как бы, тоже. Ну, все-таки ну, одно дело проиграть нечестному человеку. То есть, то же самое, например, ты проиграл хакеру или ты проиграл честному игроку. То есть, это же большая разница. Когда ты проиграл хакеру, тебя как бы там, ну, блин, тебя дроп-хакер, например, проиграл. Ну, это же хакеру, не одно и то же. Не хакеру, а тот, кто просто зачем-то начал играть. Не, ну, я имею в виду, нарушил правила, я просто ну, так понятно, совсем в крайность кидаю, понятно, чтобы была понятно, просто заметна понятно, разница. Понятно. То есть, поэтому... Ну ладно, давайте, как бы там Юр уже вы там просто мы влияние. Ну да, тем завтра. Тем более вы участники, ладно, я там как бы, ну вот, пусть та Юр. Ты тоже судья же. Ну я понимаю, ну все равно я чтоб как бы чтоб еще от вас, чтобы вы там как бы я ж не хочу один решать, это я не буду, ну, да, один да, мне да, это не да, надо, как бы просто. Вот вопрос я другой. Я все беру на себя. Может быть, может быть, тиран Вик еще найдет Риона, он отыграет с таким же АПМ, с такими биндами, просто как бы, это да, первое. 1% оставляем. Вот. Плюс, как бы, ну, нужно за завтра, нужно тогда, получается, завтра провести, как бы, вот это все дело. Вот. Потому что да, воскресенье, по идее, группу надо сделать, как бы, уже. Да, у нас группа А уже в понедельник. Вот, ну все, тогда пора закругляться, чё, блин, тогда. Я не знаю, короче. Ну, воскресенье, если все это сделаем в воскресенье, тогда до Golf SK, скорее всего, все. В смысле, квалификацию ты имеешь в виду? Ну да, да. Завтра все решим, порешаем, что-то как будет. Я может, думаю, может завтра до решить днем и завтра вечером сделать. Я не знаю, кого. Ну как, смотрите, а ты же хотел Гаунтленд стримить завтра. Кого? Или без тебя. Гаунтленд. А, точно, он же там. Ну да, 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 нет, тогда все, тогда да. Тогда воскресенье, получается, днем. Ну, до Golf SK сделаем. Ну, да, там 12 начало. Главное, народ предупредить, чтобы они были на низком старте. Все, ну, ладно. Все, там. Всем отдыхать. Всем да. Спасибо. Все, давай, Юр. Давай. Да, счастливо. Да. Так, пацаны, вот тут. Короче, вы там да. Будете еще стримить же, да, как бы получается? Да. Да, да. Вот, пацаны, в общем, тогда я-то буду закругляться, потому что отдохнуть хочу, плюс я завтра в 8 утра буду вставать, опять же, да, чтобы как бы постримить, ну, полуфинал ЕМА, да, как бы, вот. То есть я, наверное, сейчас запись поставлю или, может, просто вырублю, вот, а, ну, там еще пацаны будут, там, 2 на 2 или, там, я не знаю, как играть. Вот. Да, я бы с Пашей покатал, думаю, немножко, да, если Паша тоже. Не против. Да, ну. Я за. Угу. Ну все, тогда да. Я отключаюсь, ребят, там вам удачи тогда. Вот. Всего спасибо, счастливо. Серега, давай счастливо. Угу, пока. Да. Так, пацаны, есть два вопроса. Во-первых... Во-первых, короче говоря, выкладывать ли мне записи этой чуши, которая сейчас происходила? Или не надо, вот я думаю. Во-вторых, поставить ли запись? То есть я могу вам поставить полуфинал ЕМА и Варди Опен сегодняшний турнир, например. Как вариант? Не, ну нарезки вы сами там сделаете. Так что еще, может, это и не оправдание. Я говорю, может, завтра Рион как придет, как бы как накажется. Но, судя по телефонному разговору, там, ну, просто малолетний какой-то бычара. Вот. Который, думаю, если бы мы как бы так им разговаривали не через скайп, так бы не говорил бы просто. Вот и все. Так, делаю, короче, стоп-старт, ребят, секундочку.